Всем доброе утро. Сегодня я и буду завтракать йогуртом, хлебцом и чайком. И всем приятного завтрака. Всем приятного чаепития. Ребят, понимаете, сейчас только полдесятого, я уже дома, потому что мне плохо. И мама сказала, когда мама придет, сразу поешь. Я себе взяла кренделя, хлеб, рыбку, которую вчера делали с картошкой, и чай, и буду кушать, и просто валяться. Ладненько, ребят, всем приятного аппетита. В общем, так как мне... Ну так, нормально. В общем, я сейчас пойду пораньше и чутка прогуляюсь. Поэтому я сейчас иду на танцы и встречусь уже после. Я дома. Все, ура, счастье. Прелесть. Радость. Ой, как хорошо. Нет, на солнце плохо. Не буду сидеть на солнце. Ой, сейчас приберусь, потому что мне хоть получше стало. Танцы спасают жизнь человека. И я сижу в прихожей, и мне скучно. Я сейчас пойду за сестрой, и мне скучно дома сидеть. Ужасно скучно. Я уже все, что можно, переделала. Все равно сегодня Соня дежурит. Но я вам так по секрету скажу. Нет. Вечером буду мыть все, драить я. Потому что, видите ли, даже Сонечку устала. Мы с ней договорились, что она все время разбрасывает игрушки. То есть, понимаете, ты такой пришел домой, все убрал после школы. Понимаешь, после школы убираться. Ты устал. Очень устал. Лег на кровать. И тут звонит мама. Иди за сестрой. Ты пошел за сестрой. Ну или пошла, я не знаю. Приходишь домой, легла, почти уснула. И тут бдыщ! И в комнате кавардак. У кого такая же жиза? Точно, мне надо выпустить на своем канале жизу. Весело было. Очень весело. Ладно, поперла я за сестрой. Мы купили по вот такущему набору мармеладок, и сейчас буду их кушать с чайком, конечно.